Публичная библиотека – прекрасное место для учебы, чтения, интересного отдыха и встреч. Эти библиотеки бесплатны, и их услугами может пользоваться каждый. Их двери открыты для посетителей всех возрастов и национальностей, любого материального положения. Вы можете пользоваться библиотекой для поиска информации. Самостоятельно или с помощью библиотечного компьютерного каталога вы найдете книги, диски с музыкой или видео и другие материалы по многим вопросам, интересующих людей самым различным жизненным опытом. Информация и книги, найденные в библиотеке, помогут вам стать более осведомленным жителем Соединенных Штатов Америки. Библиотеки проводят бесплатные чтения и другие мероприятия для детей, которые понравятся вам и вашей семье, помогут вашим детям лучше учиться в школе. Библиотеки помогут вам в изучении английского языка и поддерживать связь с родной культурой. Книги, журналы, фильмы и газеты на иностранных языках есть во многих публичных библиотеках. Уже более 100 лет публичные библиотеки предоставляют вновь прибывшим поддержку и ресурсы, помогающие им освоиться в Соединенных Штатах. Библиотека позволяет находить медицинскую информацию, искать работу, помогает разыскать государственные учреждения и ознакомиться с правилами получения гражданства США. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я могу вам помочь? Работники библиотеки всегда готовы вам помочь, даже если вы не очень хорошо говорите по-английски. Некоторые сотрудники библиотек говорят на вашем родном языке. Okay. Спасибо. Даже если они не говорят на вашем языке, возможно, вы сможете получить помощь переводчика по телефону. В библиотеке всегда найдется что-нибудь интересное и для детей в сопровождении родителей или знакомых взрослых, и для школьников, выполняющих домашние задания, и для взрослых посетителей, нуждающихся в информации. Библиотеки делают нашу жизнь и жизнь наших детей более интересной и познавательной.